На международный фестиваль под Брестом собрались любители экстремальной езды на внедорожниках и квадроциклах. Это владельцы полноприводных машин из Беларуси, Украины, Польши и Германии. Открылся джип-фест выставкой у центрального входа в Брестскую крепость. Оттуда же и состоялся старт автопарада. Колонна из более чем полусотни машин проехала по центральным улицам города. Будет много секций для подготовленных автомобилей. Каждый себе выберет по своим силам трассу. У нас всего 12 номинаций. Это включает в себя также категории, в которых можно участвовать без автомобиля. Фестиваль проходит в поселке Муховец. Основные соревнования запланированы на выходные. Кроме экстремальной езды организован семейный отдых.